Сказка Ганса Христиана Андерсен. Русалочка. Иллюстрации Антона Ломаева. В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрачная, как тончайшее стекло. Но зато и глубоко же там. Так глубоко, что никакие якори не достанут до дна. И на него пришлось бы поставить немало колоколин одну на другую, чтобы верхняя высунулась из воды – на дне морском живут русалки. Не подумайте, что там только голый белый песок. Нет, на дне растут удивительные деревья и цветы с такими гибкими стебелями и листьями, что не шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. В этой чаще шныряют маленькие и большие рыбы, точь точь как у нас птицы в лесу. На самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря, из кровли, из раковин, которые то открываются, то закрываются, в зависимости от прилива и отлива. Это дивное зрелище, ибо в каждой раковине лежат блестящие жемчужины, такой красоты, что каждая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел – и царским хозяйством заправляла его старуха-мать, женщина умная, но очень гордившая своей знатностью. На хвосте у нее сидела целая дюжина устриц, тогда как вельможам полагалось только по шести. Вообще же она была женщина достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих внучек. Их было шестеро, и все прихорошенькие, младшая лучше всех. Кожа у нее была нежная и прозрачная, как лепесток розы, а глаза синие, как глубокое море. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, их заменял рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где на столах росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как в наши окна, иной раз летают ласточки – Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Перед дворцом был разбит большой сад, в котором росло много огненно-красных и синих деревьев. Их ветви и листья всегда колыхались, плоды сверкали, как золото, а цветы пылали, как костер. Самая земля там была усыпана мелким песком цвета серного пламени – а потому дно морское отливало каким-то удивительным голубоватым блеском. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце, оно казалось пурпурным цветком, венчик которого излучал свет. В саду у каждой принцессы было свое местечко. Тут они копали землю и сажали цветы, Какие хотели? Одна сделала себе цветочную клумбу в виде кита. Другой захотела, чтобы ее клумба походила на русалочку. А младшая сделала клумбу круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странная девочка была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свои садики разными разностями, добытые на затонувших кораблях а в ее саду были только алые цветы, похожие на далекое солнце, да прекрасная статуя мальчика из чистого белого мрамора, упавшая на дно моря с какого-то погибшего судна. Русалочка посадила у статуи розовую плакучую иву, и она пышно разрослась. Длинные и тонкие ветви ее, окутав статую, почти касались голубого песка, на котором колебалась их фиолетовая тень. Так вершины и корни, казалось, играли, пытаясь целовать друг друга. Больше всего любила русалочка слушать про людей, что живут наверху, на земле. И бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно занимала и удивляла русалочку то, что цветы на земле пахнут. Не то, что здесь, в море. Что леса там зеленые, а рыбки, которые живут на земных деревьях, поют очень звонко и красиво. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они никогда в жизни не видели птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам разрешат подниматься на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо корабли вы увидите земные леса и города. В этот год старшей принцессе как раз исполнилось 15 лет, а другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать того дня, когда им разрешат сплыть наверх, и дольше всех должна была ждать младшая. Но каждая обещала рассказать сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Им было мало рассказов бабушки – и хотелось знать обо всем на свете как можно подробнее. Никого так не тянуло на поверхность моря, как младшую сестру, тихую и задумчивую русалочку, которой пришлось ждать дольше всех. Сколько ночей она провела у открытого окна, глядя вверх сквозь синеву морской воды, в которой стая рыбок шевелили своими плавниками и хвостами. Она даже могла разглядеть месяц и звезды. Они, конечно, светили совсем тускло, но зато казались гораздо крупнее, чем кажется нам. Случалось, что их заслоняло что-то вроде большой тучи, но русалочка знала, что это плывет над нею кит или проходит корабль, везущий множество людей. Эти люди и не подозревали, что там, в глубине моря, стоит прелестная русалочка и протягивает килю корабля свои белые ручки. Ну вот, старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Но больше всего ей понравилось лежать при свете месяца на песчаной отмели и нежиться, любуясь раскинувшимся на берегу городом. Там словно сотни звезд горели огни, играла музыка, тарахтили повозки, шумели люди, высились колокольни и звонили колокола. Ей нельзя было попасть туда, потому-то ее так и манило это зрелище. Как жадно слушала ее младшая сестра, стоя вечером у открытого окна и глядя вверх сквозь темно-синюю воду. Она только и думала, что о большом шумном городе. Ей даже слышался колокольный звон. Прошел год, и второй сестре тоже позволили подняться на поверхность моря и плыть куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего не может быть. «Небо сияло, как расплавленное золото», – рассказывала она. «Облака, тут у нее даже слов не хватало. Пурпурные и фиолетовые, они быстро летели по небу, но еще быстрее мчалась к солнцу стая лебедей» похожая на длинную белую вуаль. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но оно погрузилось в море, и на воде, и на облаках погас розовый отблеск. Еще через год сплыла на поверхность моря третья сестра. Это была смелее всех и поплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные красивыми рощами, в которых пели птиц. Солнце светило ярко и так припекало, что ей не раз пришлось нырнуть в воду, чтобы освежить пылающее лицо. В маленькой бухте плескалась целая ватага голеньких ребятишек. Русалка хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и принялся на нее тявкать. Да так грозно, что она в страхе уплыла. Зверек этот был просто-напросто собачкой. Но русалка ведь еще не видела собак. Вернувшись домой, она все вспоминала чудесные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьих хвостов. Четвертая сестра оказалась не такой смелой. Она держалась больше в открытом море и потом говорила, что это лучше всего. Куда ни оглянись, на много-много миль вокруг только вода и небо, опрокинутая над водой, точно огромный стеклянный купол. Большие корабли она видела только издали, и ей они казались похожими на чаек. Вокруг нее играли и кувыркали забавные дельфины, а громадные киты пускали фонтаны из ноздрей. Потом настал черед пятой сестры. Ее день рождения был зимой, и она увидела то, чего не видели другие. Море теперь было зеленого цвета. Повсюду плавали ледяные горы, похожие на огромные жемчужины но только они были гораздо выше самых высоких колоколин, построенных людьми. Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазы. Русалочка уселась на самую большую ледяную гору, и ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили эту гору стороной. К вечеру небо заволокло тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море принялось кидаться ледяными глыбами, которые ярко сверкали в красном свете молний. На кораблях убирали паруса, люди метались, трепеща от страха, а русалка спокойно плыла вдаль, сидя на ледяной горе и любуясь на огненные зигзаги молний, которые, прорезав небо, падали в мерцающее море. Да и все сестры восхищались тем, что увидели впервые – все это было ново и поэтому нравилось им. Но когда они стали взрослыми девушками и им разрешали плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему, что увидели, и спустя месяц стали уже говорить, что везде хорошо, но дома лучше. По вечерам все пять сестер поднимались рука об руку на поверхность воды. Они были одарены чудеснейшими голосами, каких не бывает у людей – и вот когда начиналась буря и опасность нависала над кораблями, русалки подплывали к ним и пели песни о чудесах подводного царства, уговаривая моряков не бояться попасть к ним на дно. Но моряки не могли разобрать слов. И им казалось, что это просто шумит буря. Впрочем, если бы они попали на дно морское, им все равно не удалось бы увидеть там никаких чудес. Ведь когда корабль шел на дно, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми. В то время, как старшие сестры рука об руку всплывали на поверхность моря, младшая русалочка сидела одна денешенька, глядя им вслед. Ей очень хотелось заплакать, но русалки не могут плакать, и от этого ей было еще тяжелей. «Ах, если бы мне уже было пятнадцать лет!» – говорила она. «Я знаю, что очень полюблю тот верхний мир и людей, которые в нем живут». Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет. «Ну вот, вырастили и тебя», — сказала ей бабушка, вдовствующая королева. «Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер». И она надела русалочки на голову венец из белых жемчужных лилий. Каждый их лепесток был сделан из половинки жемчужины. Потом приказала восьми устрицам прицепиться к ее хвосту. Это было знаком отличия ее сана. Да, это больно, проговорила русалочка. Ради красоты стоит потерпеть, изрекла старуха. Ах, с каким удовольствием скинула бы себя русалочка все эти уборы и тяжелый венец. Алые цветы из ее садика были ей куда больше к лицу. Но делать нечего. Прощайте! сказала она и легко и плавно, как прозрачный пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще пылали пурпурные и золотые, а в розовом небе зажглась вечерняя звезда. Воздух был мягок и свеж, а море словно замерло. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль с одним лишь поднятым парусом. На море не было ни малейшего ветерка. На винтах и реях сидели матросы. С палубы доносились звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым иллюминаторам кают-компании и заглядывала туда всякий раз, как ее приподнимала волна. Там собралось много нарядных людей – но красивее всех был черноглазый принц, юноша лет шестнадцати, не больше. В тот день праздновали его день рождения, а того-то на корабле и шло такое веселье. На палубе плясали матросы, а когда к ним вышел молодой принц, взвелись сотни ракет и стало светло, как днем. Русалочка даже испугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула головку и ей почудилось, будто это звездочки упали с неба к ней в море. Никогда еще не видела она такой игры огней. Большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы крутили хвостами в воздухе, и все это отражалось в недвижной светлой воде. На корабле было так светло, что можно было различить канат в его снастях, а людей подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал руки людям и улыбался, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Время было уже позднее, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и красавца-принца. Разноцветные огни погасли, ракеты больше не взлетали в воздух, не гремели и пушечные выстрелы, но зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем, то и дело заглядывала в кают-компанию, а корабль мчался все быстрее и быстрее, паруса развертывались один за другим. Но вот началось волнение. Сгустились тучи и засверкала молния. Разыкралась буря, и матросы бросились убирать паруса. Сильная качка трепала огромный корабль, а ветер мчал его по бушующим волнам. Вокруг вырастали высокие черные водяные горы, грозившиеся сомкнуться над мачтами, но корабль, как лебедь, падал в бездну между водяными стенами. Потом снова взлетал на валы, громоздящиеся друг на друга. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски гнулись под сильными ударами, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачты переломилась, как тростинка. Корабль лег на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла, какая опасность грозит кораблю. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. Как темно вдруг стало, хоть глаз выколи. Ну а вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела людей на корабле. Каждый спасался, как мог. Она отыскала глазами принца и увидела, когда корабль развалился, что юноша тонет. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что теперь он попадет к ним на дно, но потом вспомнила, что люди в воде жить не могут, и если принц попадет во дворец ее отца, то лишь мертвым. Нет, нет, он не должен умереть, и она поплыла между бревнами и досками, позабыв о том, что они в любую минуту могут ее раздавить. Пришлось ей то нырять вглубь, то высоко взлетать вместе с волнами. Но вот, наконец, она догнала принца, который уже почти выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, глаза закрылись, и он бы погиб, не явясь на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и понеслась вместе с ним по воле волн. К утру непогода стихла, от корабля не осталось и щепки — а солнце красное и пылающее опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живой румянец, но глаза юноши все еще не открывались. Русалочка откинула мокрые волосы со лба принца и поцеловала этот высокий и красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, украшающего ее садик. Она поцеловала его снова и от всего сердца пожелала, чтобы он остался жив. Наконец показался берег, и вздымавшиеся на нем высокие синеватые уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. Внизу у самого берега зеленили густые леса. Неподалеку высилось какое-то здание, видимо, церковь или монастырь. В саду, окружающем здание, росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот стояли высокие пальмы. Море вдавалось в белый песчаный берег небольшим глубоким заливом, где вода была совсем спокойна. Сюда-то и приплыла русалочка. Она положила принца на песок ибо заботилась о том, чтобы голова его лежала повыше, освещенная теплыми лучами солнца. В это время в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, Торчавшая из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее светлого личика и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла молодая девушка и сначала очень испугалась, но быстро успокоилась и созвала людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто стоял вокруг него а ей не улыбнулся. Он ведь не знал, что это она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. Она всегда была тиха и задумчива, а теперь стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали, что она видела на море, но русалочка молчала. Не раз и вечером, и утром подплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созрели и были сорваны плоды в садах. Видела, как на высоких горах стаял снег, но принц не появлялся. И русалочка возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственное ее отрадой было сидеть в своем садике, обивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. За цветами она больше не ухаживала. Они росли по своей воле, даже на дорожках, переплетаясь с длинными стебелями и листьями, с ветвями деревьев. И вскоре в запущенный садик совсем перестал проникать свет. Наконец, русалочка не выдержала. Рассказала обо всем одной из своих сестер. От нее о принце сейчас же узнали и все остальные сестры. Но больше никто, не считая еще двух-трех русалок, которые никому об этом не говорили кроме как самым близким своим подругам. Одна из русалок тоже видела и праздник на корабле, и самого принца, и даже знала, где находятся его владения. «Поплывем вместе, сестрица!» – сказали русалки сестры, и рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где находился дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами, Одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные вызолоченные купола выселись над крышей, а в нишах между колоннами, окружившими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Сквозь прозрачные стекла высоких окон были видны роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавески, всюду были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами – загляденье, да и только. Посреди огромного зала журчал большой фонтан, и струи его били высоко-высоко под потолок. Потолок был сделан в виде стеклянного купола, и лучи солнца свободно лились внутрь, освещая воду и чудесные растения, росшие в обширном водоеме. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала часто приплывать ко дворцу вечерами или ночами. Ни одна из сестер не оспеливалась так близко подплывать к земле, как младшая. Она вплывала даже в узкий канал, который протекал прямо под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. а он-то был уверен, что сидит при свете месяца в полном одиночестве. Много раз видела русалочка, как он катается с музыкантами на своей нарядной лодке украшенная реющими флагами. Она выглядывала из зарослей зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебряную белую вуаль, развивающуюся на ветру, то принимали ее за лебедя, расправляющего крылья. Не раз так же слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего – и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого швыряли волны. Она вспоминала о том, как крепко прижимала тогда груди его голову и как нежно целовала его. А он ничего об этом не знал. Она даже и присниться ему не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянула ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше ее подводного. Люди могли переплывать море на своих кораблях, сбираться на высокие горы, к самым облакам. А земли, которыми они владели, их леса и поля тянулись так далеко, что она не могла охватить их взглядом. Ей так хотелось побольше узнать о людях, но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обратилась к бабушке. Старуха хорошо знала высший мир, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. «А те люди, что не тонут?» – спрашивала русалочка. «Они живут вечно? Они не умирают, как умираем мы тут внизу, в море?» «Вовсе нет», – ответила старуха. «Они тоже умирают, и век их даже короче нашего. Мы живем триста лет, но когда к нам приходит конец, от нас остается лишь пена морская. И нет у нас могил наших близких, мы не одарены бессмертной душой» и наша русалочья жизнь кончается со смертью тела. Мы, как тростники, срезанный стебель, его уже не зеленеет вновь. А у людей есть душа, которая живет вечно. Даже после того, как тело превратится в прах, она тогда улетает в прозрачную высь к сверкающим звездам. Как мы всплываем на поверхность моря и видим землю, где живут люди, так и они поднимаются в неведомые блаженные страны, которых нам не увидать никогда. «Ах, почему у нас нету бессмертной души?» – грустно проговорила русалочка. «Я бы все свои сотни лет отдала за один день человеческой жизни, чтобы потом вкусить небесного блаженства». «Вздор! Нечего и думать об этом!» – сказала старуха. «Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!» Неужели и я после смерти превращусь в морскую пену и не услышу больше музыки волн, не увижу прекрасных цветов и огненного солнца? Неужели мне никак не удастся обрести вечную душу? Нет, ответила бабушка, но если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, если он отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыслами, и попросит священника соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу, тогда частица его души сообщится тебе, и ты тоже познаешь небесное блаженство, доступное людям. Этот человек вдохнет в тебя душу и сохранит свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, например, люди находят безобразным, они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, нельзя быть красивым без двух неуклюжих подпорок – ног, как они их называют. Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост. «Будем жить да радоваться», – сказала старуха. «Повеселимся в волю свои триста лет. Это немалый срок. Тем слаще покажется нам отдых после смерти», Сегодня вечером у нас при дворе будет бал. Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок громадного танцевального зала были из толстого, но прозрачного стекла, а вдоль стен рядами лежали сотни огромных розовых и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками внутри. Огнити ярко освещали весь зал и, проникая сквозь стеклянные стены, озаряли самое море. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, сверкающих то пурпурной, то золотистой или серебряной чешуей. Посреди зала вода мчалась широким потоком, и в ней танцевали водяные и русалочки под свое чудесное пение. У людей таких дивных голосов не бывает. Русалочка пела лучше всех, и весь двор ей рука плескал. На минуту ей стало весело, когда она подумала о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала вспоминать о надводном мире, о прекрасном принце и грустить о том, что у нее нет бессмертной души. Вскоре она незаметно выскользнула из дворца, и пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки волторн. И она подумала, вот он опять, наверное, катается на лодке, как я люблю его, больше чем отца и мать, мысленная постоянно с ним. Ему я охотно верила бы свое счастье, всю свою жизнь. Ради него и бессмертной души я пошла бы на все. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме, я всегда ее боялась. Но, может быть, она теперь что-нибудь посоветует и как-нибудь поможет мне и русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось плыть этой дорогой. Тут не росло ни цветов, ни даже водорослей. Всюду был только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, увлекая за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между этими бурлящими водоворотами – Потом на пути к логову ведьмы ей встретилось еще большее пространство, покрытое горячим пузырившимся илом. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним показалось и жилье ведьмы, окруженное каким-то диковиным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем были полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, выросших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизким а рукам, а пальцы извивались, как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими ветвями от корня до самой верхушки. Гибкими щупальцами они впивались во все, что только им попадалось, и уже не выпускали добычи. Русалочка испуганно остановилась, и сердце ее застучало от страха. Она уже готова была повернуть обратно, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и к ней вернулось мужество. Крепко обмотав вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не зацепили полипы, она скрестила на груди руки и как рыба поплыла между чудовищами, которые протягивали к ней свои извивающиеся щупальца. Она видела, до чего крепко, словно железными клещами, держали они все, что удалось схватить. Белые склеты утопленников, корабельные рули, ящики, остовы животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было, пожалуй, страшнее всего. Но вот наша русалочка очутилась на болоте лесной поляне, где кувыркались большие жирные водяные ужи, показывая свое противное светло-желтое брюхо. Посреди поляны стоял дом – выстроенный из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она называла цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка груди. «Знаю, знаю, зачем ты пришла!» сказала русалочке морская ведьма. «Глупости затеваешь!» «Ну да, я исполню твое желание. Тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь взамен рыбьего хвоста получить две подпорки и ходить как люди. Хочешь, чтобы молодой принц тебя полюбил, а ты получила и его, и бессмертную душу». И ведьма захохотала так громко и безобразно, что и жабы и уже свалились с нее и растянулись на песке. «Ну ладно, пришла ты вовремя», – продолжала ведьма. «А приди ты завтра поутру, было бы уже и поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше, чем в будущем году. Я приготовлю тебе питье, а ты возьмешь его, подплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли». Тогда твой хвост раздвоится и превратится в две очаровательные как скажут люди, ножки. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато каждый, кто увидит, скажет, что такой прелестной девушке он в жизни не видывал. Ты сохранишь свою легкую скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но знай, что каждый твой шаг будет причинять тебе такую боль, как будто ты ступаешь по острым ножам как будто кровь сочится из твоих ножек. Если ты согласна все это вытерпеть, я тебе помогу. Да, ответила русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе. Знай также, продолжала ведьма, что если ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Ты больше не сможешь спускаться к сестрам и во дворец отца. И если принц не полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать, если он не прилеплится к тебе душой и телом и не попросит священника соединить ваши руки, чтобы вам стать мужем и женой, ты не обрестешь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской. «Пусть!» – проговорила русалочка и побледнела, как смерть. «Кроме того, ты должна заплатить мне за помощь», – сказала ведьма. «Я возьму недешево. Здесь, на дне морском, ни у кого нет голоса красивее твоего. И им ты надеешься обворожить принца. Но ты должна отдать свой голос мне. За свой драгоценный напиток я возьму самое лучшее, что есть у тебя». Ведь я должна приправить этот напиток своей собственной кровью, для того, чтобы он стал острый, как лезвие меча. Если ты возьмешь мой голос, что же у меня останется? Спросила русалочка. Твое прелестное лицо, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза этого вполне достаточно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну ладно, не бойся. Ты высунешь язычок, и я его отрежу в уплату за волшебный напиток. Пусть будет так, сказала русалочка. И ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. Чистота – лучшая красота, сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом расцарапала себе грудь, и черная кровь закапала в котел, над которым вскоре заклубился пар принимавший столь причудливые формы, что страшно было смотреть на него. Ведьма поминутно бросала в котел все новые и новые снадобья, и когда питье закипело, послышали звуки, похожие на плач крокодила. Наконец зелье сварилось, на вид оно казалось прозрачной водой. «На, бери!» – буркнула ведьма, отдавая его русалочке, которая не могла больше ни петь, ни говорить. Если полипы захотят тебя схватить, когда ты поплывешь назад моим лесом, сказала ведьма, брызни на них только одну каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусков. Но Русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались, едва завидев напиток, сверкавший в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она по лесу, миновала болотистую низину, и бурящиеся водовороты. Но вот и отцовский дворец. Огни в большом зале были потушены. Вероятно, все уже спали. Русалочка не посмела войти во дворец, ведь она была немая и собиралась навеки покинуть отчий дом. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, сорвала по цветку с клумбы каждой своей сестры, послала родным тысячу воздушных поцелуев, и стала подниматься наверх сквозь толщу темно-голубой воды. Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на нижнюю ступеньку великолепной мраморной лестницы, озаренной волшебным голубым сиянием месяца. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, что ее нежное тело пронзил обоюда острый меч. Она потеряла сознание и упала замертво. Очнулась она, когда над морем уже сияло солнце и сразу ощутила жгучую боль. Зато перед ней стоял юный красавец, принц, и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Русалочка потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее теперь выросли две восхитительные белые ножки, маленькие, как у девочки. Но она была совсем нагая и поскорее закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала. Но она только грустно и крутко смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. С каждым шагом русалочке чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи. Но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем, легкая, светлая, как пузырек воздуха. Принц и все окружающие не могли надевиться на ее прелестную скользящую походку. Русалочку нарядили в дорогие муслиновые и шелковые платья, и она стала первой красавицей при дворе, но по-прежнему оставалась немой, не могла ни пить, ни говорить однажды красивые рабыни все в шелку и золоте предстали перед принцем и его царственными родителями и запели песню одна рабыня пела особенно хорошо и принц хлопал в ладоши и улыбался ей русалочке стало очень грустно ведь когда то и она могла петь и гораздо лучше ах если бы он только знал что я навсегда рассталась со своим голосом для того чтобы вечно быть возле него», – думала она. Потом рабы не стали танцевать по звуки чарующей музыки. Тут и русалочка подняла свои хорошенькие белые ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза говорили сердцу больше, чем пение рабынь. Все пришли в восторг, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем. Она все танцевала и танцевала, хотя всякий раз, когда ножки ее касались пола, ей было так больно, как будто она наступала на острый нож. Принц сказал, что она всегда будет жить у него и позволил ей спать на бархатной подушке перед дверьми его комнаты. Он приказал шить ей мужское платье, чтобы она вместе с ним могла ездить верхом. Они проезжали по благоухающим лесам, где свежей листве пели птички, а зеленые ветви гладили маленькую всадницу по плечам. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее нежных ножек сочилась кровь, и все это видели, она только смеялась и вслед за принцем поднималась на горные вершины. Там они любовались облаками, плывшими у их ног, словно стая птиц, улетающих в дальние страны. А дома во дворце принца ночью, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, выходила на берег моря и погрузив пылавшие как в огне ноги в холодную морскую воду, думала о своих родных, оставшихся на дне морском. Однажды ночью из воды выплыла рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, а они узнав ее рассказали, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. Однажды она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не выплывала на поверхность, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как ее сестры. День ото дня принц все сильнее привязывался к русалочке – но любил ее только как любят милых послушных детей сделать ее своей женой и королева ему и в голову не приходила а ведь ей необходимо было стать его женой иначе она не могла обрести бессмертную душу а если бы он женился на другой русалочка превратилась бы в морскую пену любишь ли ты меня больше всех на свете казалось спрашивали глаза русалочки когда принц обнимал ее и целовал в прекрасный лоб «Да, ты мне дороже всех», – говорил принц. «У тебя самое доброе сердце на свете. Ты предана мне, как никто. И ты похожа на молодую девушку, которую я видел раз и, верно, больше не увижу». «Однажды я плыл на корабле, а корабль разбился, и волны выбросили меня на берег вблизи дивного храма, в котором молодые девушки служат Богу. Младшая из них нашла меня на берегу, и спасла мне жизнь. Я видела ее всего два раза, но лишь ее в одну в целом мире мог бы я полюбить. Однако ты похожа на нее, и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой. Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в лесу, близ храма, а сама скрылась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу-девушку, которую он любит больше, чем меня, и русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла. «Но та девушка принадлежит храму», — сказал он. «Она не вернется в мир, и они никогда не встретятся. А я все время рядом с ним, вижу его каждый день, могу за ним ухаживать, любить его, отдать за него жизнь». Но вот стали поговаривать, что принц собирается жениться на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает в плавание свой великолепный корабль. Принц поедет к соседу, как будто за тем, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть его дочь. С ним будет большая свита. Слушая эти речи, русалочка только покачивала головой и смеялась. Кто-кто, а она лучше всех знала мысли принца. «Я должен ехать», — говорил он ей. «Не надо познакомиться с прекрасной принцессой, этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней, и я никогда ее не полюблю». «Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты», если уж мне придется, наконец, избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой не мой найденыш с говорящими глазами». И он целовал ее валые губы, играл ее длинными волосами и прижимал голову к ее сердцу, которое так жаждало человеческого счастья и бессмертной души. «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» говорил он, когда они уже прибыли на великолепный корабль который должен был отвезти их в соседнее королевство. И принц рассказывал ей о морских штормах и штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубине моря, и чудесах, которые видят водолазы. Но русалочка только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, какое оно – дно морское. Однажды в ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. И вот ей показалось, что она видит отцовский дворец и свою старую бабушку, которая стоит на вышке в серебряной короне и смотрит сквозь волнующуюся воду на киль корабля. Вскоре на поверхность моря всплыли сестры-русалочки. Они печально посмотрели на нее и ломали свои белые руки. Она, кивнув им головой, улыбнулась и хотела было рассказать о том, как ей здесь хорошо, но в это время к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду, а Юнга подумала, что это белая морская пена мелькнула в волнах. На утро корабль вошел в гавань, великолепной столице соседнего государства. И вот в городе зазвонили колокола, с высоких башень затрубили в трубы, и на площадях выстроились полки солдат с блестящими штыками и реющими знаменами. Начались празднества, Бал следовал за балом, но принцессы в столице еще не было. Она воспитывалась где-то в далеком монастыре, куда ее отдали, чтобы она научилась всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что еще не видела более красивого и милого лица. Кожа у принцессы была нежная и прозрачная, а из-под длинных черных ресниц улыбались темно-синие добрые глаза. «Это ты!» – воскликнул принц. «Это ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к сердцу свою зарумянившуюся невесту. «Как я счастлив!» – сказал он русалочке. «Сбылось то, о чем я и мечтать не смел! Ты порадуешься моему счастью! Ты ведь так любишь меня!» Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается, а свадьба принца должна была ее убить и превратить в морскую пену. Церковные колокола звонили. По улицам разъезжали геральды, оповещая народ о помолвке принцессы. На всех алтарях драгоценных серебряных лампадах горело ароматное масло. Священники кадили ладаном, Жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка стояла, разодетая в шелк и золото, держа в руках шлейф невесты, но уши ее не слышали звуков праздничной музыки, глаза не видели, как совершался обряд венчания. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизнью. Новобрачные должны были отплыть на родину принца в тот же вечер. Пушки полили, флаги развивались. На палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, весь усланный мягкими подушками. Тут в шатре должны были новобрачные провести эту прохладную тихую ночь. Но вот ветер надул паруса, корабль легко скользнул по волнам и помчался вперед по светлому морю. Как только смеркалось, на корабле зажглось множество разноцветных фонариков, а матросы пустились в пляс по палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела такое же великолепие и веселье. И вот она вспорхнула и понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Все выражали ей свое восхищение, никогда еще не танцевала она так чудесно. Ее нежные ножки резала, как ножами, но этой боли она не чувствовала. Ведь сердце ее было еще больнее. Она знала, что в последний раз видит того человека, ради которого оставила родных и отцовский дом, отдала свой прелестный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не подозревал. Последнюю ночь дышала она одним воздухом с ним, видела синее море и звездное небо, зная, что скоро наступит для нее вечная ночь без мыслей, без сновидений. У русалочки ведь не было души, и обрести ее не удалось. Далеко за полночь шло на корабле веселье, и звучала музыка, а русалочка смеялась и плясала с мыслью о смерти в сердце. Принц в это время целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Рука об руку удалились они на покой в свой великолепный шатер. На корабле воцарилась тишина, один лишь рулевой бодрствовал у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был ее убить. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развивались больше по ветру. Они были острижены. Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. А она дала нам вот этот нож, видишь, какой он острый. Прежде чем зайдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой. Погрузишься в родное море и превратишься в соленую морскую пену не раньше, чем проживешь свои триста лет. Но спеши, или он, или ты, кто-нибудь из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что от горя потеряла все свои седые волосы, а наши волосы срезаны ножницами ведьмы. Убей принца и вернись к нам. Спеши, видишь, на небе показалась алая полоса. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь. И они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море. Приподняв пурпурную полу шатра, русалочка увидела, что голова прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась, поцеловала его в прекрасный лоб и посмотрела на небо. Там разгоралась утренняя заря. Потом она взглянула на острый нож и опять устремила взор на принца. А он произнес во сне имя своей молодой жены. Значит, она была у него в мыслях и нож вздрогнул в руках русалочки. Еще мгновение, и она бросила нож в волны, которые покраснели, точно обогренные кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полугашим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала, что умирает. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные волшебные создания во множестве реевшим над ней. Сквозь них она видела белые паруса корабля и алые облака в небе. Голос их звучал как музыка, но музыка столь возвышенная, что люди не могли бы ее расслышать, как не могли бы увидеть этих беспечных существ. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, невесомые и прозрачные. И вот русалочка почувствовала, что и сама становится похожей на них и все больше и больше отделяется от морской пены. «Куда я иду?» – спросила она, поднимаясь в воздух. И голос ее прозвучал так дивно и одухотворенно, что земная музыка не смогла бы передать этих звуков. К дочерям воздуха ответили ей воздушные создания. У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только, если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочери воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного замученного воздуха и навиваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцелению. Триста лет мы посильно творим добро, а потом получаем награду бессмертную душу и вкушаем вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же – ты любила и страдала, подними же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслужить бессмертную душу добрыми делами, и обретешь ее через триста лет. И русалочка потянула свои прозрачные руки к солнцу. Впервые на глазах ее показались слезы. На корабле в это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как ищут ее принц и принцесса. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, словно зная, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка новобрачную в лоб. Улыбнулась принцу и вместе с другими дочерьми воздуха поднялась к розовым облакам, плававшим в небе. «Через триста лет мы вот так же поднимемся в Божье царство. Может быть, и раньше», – прошептала одна из дочерей воздуха. Невидимками взлетаем мы в жилище людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате, а если мы радуемся, глядя на него, наш трехсотлетний срок сокращается на год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день.